Продолжаем, с нами Алексей Николаевич Кудашов, главный тренер московского «Динамо». Алексей Николаевич, пожалуйста, ваш комментарий по матчу. Ну, если коротко быть, то, конечно, счет плохой, но по содержанию игры у меня к ребятам претензий нет. Играли и самоотдачи, и правильно играли в обороне, не дали много сопернику сделать, и моментов создали много. Но вот реализации моментов, здесь есть, конечно, проблемы и небольшие претензии. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Кто будет первым? Давайте я тогда. Алексей Николаевич, ну были уже варианты, что команды возвращались в игру при счете 0-3. Все-таки что нужно сделать? Извините, что опять я повторяю то же самое, чтобы ЦСКА все-таки начать обыгрывать. Еще что-нибудь скажите, пожалуйста, ободряющее. Ну вот вы видели сегодняшнюю игру? Моментов много создали? Великолепная игра. Ну, я забить надо. Забить, переломить это надо немножко. Спасибо. Еще? Ну и не забывать про оборону. Нельзя давать соперникам мастеровитых, нельзя им давать много свободы, много свободного льда, много моментов. Поэтому надо и в обороне продолжать надежно играть, но и моменты использовать, которые создали. Спасибо. Все, пожалуйста. Алексей Николаевич, здрасте. Здравствуйте. До первой заброшенной шайбы в этом матче игра проходила с ощутимым преимуществом гостей. Вы сознательно отдали инициативу ЦСКА или... ЦСКА заставил «Динамо» действовать вторым номером. Несознательно. Коллеги, еще вопросы? Алексей Николаевич, второй период. Там, ну, понятно, статистика, перебросали соперника очень серьезно, но показалось, что просто по выкладке, по самоотдаче, с точки зрения, да, игроков, просто бешеный период провели. Вот как вы считаете, по самоотдаче это самый лучший период, можно сказать, вообще во всем сезоне? Ну, вообще игра, я не случайно начал, что претензий никаких нет, поэтому самоотдача настроена на с первых смен. Он был такой, да, где-то ЦСКА владела преимуществом, может быть, поначалу, но, тем не менее, грамотно оборонялись и самоотверженно, и с хорошей самоотдачей. Но потом добавили, включили скорость и стали создавать моменты. А то, что по самоотдаче, я думаю, на протяжении вот уже второй серии все самоотдачи. Спасибо. Пожалуйста. Алексей Николаевич, по сравнению с последним матчем вы поменяли первое звено, но не знаю, я так понимаю, что вы в поиске оптимальных тоже сочетаний находитесь. Вот сегодня вас удовлетворило, как играло? Ну, мне сегодня понравилось, я сказал, как команда. То есть, можно сказать, что и там послезавтра... Пока не знаю. Коллеги, еще вопрос? Если вопросов нет, спасибо.